Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня по вашей просьбе мы будем изготавливать мышь, но, как я уже неоднократно вам писал и рассказывал, если нет у вас, допустим, меха косули, оленя или же лося, можно спокойно изготовить вот такую имитацию, которая работает практически по тому же принципу, что и мышь. Единственное, это я изготавливал такой поппер, чтобы был ныряющий. Вам необходимо только лишь изготовить его вот в таком варианте, чтобы срез нашей плавающей пенки находился вот так, чтобы была хорошая борозда и не тонула при потяжках наша мушка. Это вот такой вариант, как вы видите. Возможен вариант, бесконечное их множество, поэтому вы для себя вот определитесь сами. Если у вас нет других каких-либо возможностей, можно вообще изготовить вот такого типа, который тоже будет у нас достаточно хорошо плыть и в то же время давать волну. Это все приманки, которые для поимки щуки. Ну и давайте мы теперь приступим. Нам понадобится крючок. Значит, крючок я взял 3.0. Скажу сразу, это крючок, который просто крючок, а не предназначен, допустим, там для поимки щуки или какой-либо другой рыбы. В основном, вот я покажу вам, продаются вот такие крючки разные. Я подобрал себе вот такого, чтобы был более закругленный у меня загиб хороший был, чтобы и достаточное было расстояние между моим цевьем и жалом. Что нам еще понадобится? Нам понадобится, как обычно, мех косули. Вот я подобрал мех косули так, чтобы его лишний раз не подрезать, а используя длину нашего волоса, мы могли изготовить нашу искусственную мушку. И нам с вами понадобится вот такой кусочек обыкновенной пенки. Вырезал я вот такую форму, для чего я потом в процессе вам буду рассказывать. Если нет, можно взять 2-3 кусочка, 4. И нам понадобится вот такой, это не реклама, это клей-гель секундный, который обладает небольшой эластичностью и в то же время хорошо работает в воде. Уже проверенный вариант. Значит, в моем варианте, как вы видите, есть вот здесь вот зубчики специально для крепления приманки. Мне остается только лишь взять нить. Нить я использую ту, которую я распускаю, но вы можете использовать нить, начиная от 6.0 и ниже. Нить должна быть достаточно крепкой и в то же время не быть достаточно толстой, чтобы можно было нам хорошо крепить все наши материалы. Что мы делаем? Не стесняемся, промажем клеем, как я уже сделал, и вот такими уступами создадим хорошее сцепление с нашим цевьем. Закрепили. Теперь нам понадобится в районе загиба закрепить те материалы, которые должны присутствовать у нашей мышки. У меня имеется вот такой кусочек сыромятной кожи. Кожа эта продается в рукодельных отделах для всевозможных плетений макраме, ну и других поделок, которые используют наши женщины. Величина хвостика должна быть сбалансирована с величиной мушки. Значит, как вы видите, если мы мушку будем изготавливать по величине всего нашего крючка,
то нам понадобится хвостик, но я обычно делаю его равным или несколько, как говорится, длиннее. Но, как вы заметили, я вымеряю длину до загиба, поэтому загиб у нас забирает эту величину еще. И здесь притяжной петлей один раз подхватим, посмотрим, как нам ее величины. Достаточно, вполне достаточно. Как вы видите, длина хвостика у меня будет соизмерима с длиной моей мушки. Отрежем лишнюю часть. Нагромождать материалы нежелательно. Подхватим. Все материалы желательно крепить сверху, чтобы не уменьшать загиб. Дошли, зафиксировали теперь уже окончательно местоположение нашего хвостика. Не ленимся каждый раз добавлять клей, так как в основном друзья меня просят изготавливать для тайменя, но в наших регионах с успехом ловится и щука. Поэтому чем крепче, тем лучше. И теперь я беру, мы должны с вами закрепить пенку так, чтобы потом смогли мы подвернуть, и у нас будет вот подклеенная под мехом такое брюшко. Для чего это изготавливается? Для того, чтобы наша мышь не потеряла нашей плавучести. Поэтому можно и с пенкой, можно и без пенки. Но так как я уже проверил неоднократно, пенка, которую я вот закрепил, она достаточно у нас хорошо помогает долго жить нашей мышки искусственной. И теперь аккуратно стараемся не подрезать нашу пенку и не нарушить наш хвостик, подвести к одной точке, там, где у нас закреплен хвостик. Все остальное потом можно будет подправить. Перепроверимся. Должна находиться строго вот так вот снизу. Пенку подрезать можно будет в любой момент. Теперь самое основное, друзья. Значит, как я уже говорил, можно с любого меха, но желательно, конечно, чтобы мех был достаточно качественным. Значит, я не выравниваю, не подравниваю мех. Беру вот щепотку, сколько у меня аккуратно будет помещаться, приблизительно по толщине, ну, наверное, карандаш. И аккуратненько отрезаем. Теперь смотрите, подшерсток я не убираю, он нам абсолютно не мешает. Первый пучок я буду укладывать так, чтобы он у меня сразу над загибом, притяжной петлей, сразу над загибом мы его закрепили. И слегка рассредотачиваем его, не даем прокручиваться меху, а рассредотачиваем сверху, чтобы у меня вышел и у вас также вышел вот такой своеобразная кисточка. Теперь, для того, чтобы задняя часть у нашей мышки, как всегда, вы понимаете, несколько жирнее, отрезаем еще пучок и укладываем, стараемся не нарушить длину нашего меха, укладываем слева, также подтянули и стараемся не отпускать. Пусть топоршится наш мех, это не страшно. С одной стороны и с другой стороны.
Значит, вот у нас вышел вот такой хороший пучок в задней части. Как вы видите, часть меха все равно ушла вниз. Мы ее будем потом подрезать. Но основной мех у нас рассредоточен хорошо в задней части у загиба. Промотали еще раз. И теперь самое-самое главное. Не забываем, каждый раз, друзья мои, вот мы с вами промотали, берем наш клей и хорошо промазываем прямо вот так, чтобы оно пропитало все наши волокна. Если по каким-либо причинам у вас нет в наличии такого клея, можно использовать вот такой клей, любой. Принцип построения нашей мышки вам уже понятен. Значит, в чем еще есть вопрос? Если у вас достаточно длинный, допустим, мех, то тогда приходится каждый раз, когда мы вот затянули наш мех, брать потом и подрезать вот все вот эти волоски, которые у нас топорщатся. Поэтому я всегда стараюсь, если есть возможность, подобрать мех по величине моего крючка. Ну или в крайнем случае, друзья мои, подберите крючок под свой мех. И, как вы уже поняли, берем теперь очередную порцию меха, которая нам необходима. И теперь также продолжаем формировать, отступая от нашего шарика. С одной стороны с другой стороны. И не забываем следить за тем, чтобы наш мех никуда не утаскивала нитка. Буквально движемся так, чтобы с трех сторон мы могли с вами крепить мех, не давая нашему меху прокручиваться. Изготавливается достаточно быстро, в то же время, конечно, расход у нас меха несколько больше, но с другой стороны выходит более реалистичная и симпатичная у нас наша мышка. Ну, дальше все понятно. Вот мы с вами изготовили вот такое немножко лохматое, странное, некрасивое создание. А теперь мы будем с вами изготавливать саму голову нашей мышки. Значит, в чем здесь проблема? Практически никаких. Мы сейчас теперь должны с вами взять, как обычно мы изготавливали шарики, всевозможные из лося или же косули. Возьмем небольшую порцию меха. Я ее не подравниваю, так как мы будем с вами ее подстригать. Предварительно я немножко нанес клей. Одной, второй петлей я подхватил мех, и после этого я только лишь начинаю подтягивать. Значит, подтягивать необходимо вот с небольшим, видите, вот он еще не хочет прокручиваться, с небольшим вот таким нажимом, так, чтобы у нас с вами вышло небольшое нагромождение материалов. Отрезаем теперь второй пучок, и я беру теперь, укладывая его ровно пополам, чтобы у меня был поделен мой мех. В этой же точке один, второй раз, и начинаю продавливать его. Поднимаю теперь тот мех, который у меня был, волоски спереди, и ниткой
начинаю поддавливать. Как вы видите, у меня поднялся мех и остевых начальных волосков, и наших кончиков. Отрезаем следующий пучочек. Также я не подравниваю ступки, укладываю с другой стороны притяжной петлей и подхватываю его. Также в одной точке промотал 2-3 раза. Как вы видите, мех у меня опять поделился хорошо. Переламываю, подгибаю мой мех и ниткой проматываю уже спереди. Поджимаю вот так моей ниткой весь мех. Он у меня торчит вперед, вверх вернее. И таким образом, не доходя буквально миллиметр, формируем головку. Вот и все, друзья мои. Мы с вами, как вы видите, изготовили переднюю часть, вот такую лохматенькую. Нам теперь с вами необходимо, я пойду, конечно, это выполнять на улице, вот эту всю часть, хорошо нижнюю, которая под брюшком, я ее даже не подрезаю, а беру вот, разравниваю вот так вот по сторонам, и потом уже мы с вами должны закрепить вот так нашу пенку. Поэтому в данный момент здесь больших, как говорится, проблем в подстрижке нет. Нам остается только лишь сформировать саму головку нашей мыши. Как вы видите, у меня осталось достаточное место у колечка, поэтому мы должны с вами закрепить еще, выбрать два варианта, как мы с вами будем изготавливать нашу мышу. Ну и давайте продолжим. Вот, друзья мои, я подстриг в такой форме голову у нашей мышки, приклеил глазки, как вы видите. И теперь у нас есть несколько вариантов, как закончить нашу мышь. Первый вариант – это мы подводим нашу пенку на клей и в районе колечка отрезаем. Красиво, эстетично, привлекательно, но не практично. Почему? Потому что при потяжках у нас наша мышь при намокании нашей головы будет немножечко клевать носом. Поэтому я в основном изготавливаю для рыбалок немножко по-другому. Ножницами или же иглой я подготовил вот отверстие для того, чтобы одеть на наше колечко. Вот второй вариант изготовления выглядит вот так. Не совсем красиво, не совсем эстетично, но за счет вот этой лопатки, которая имеется у носика, наша мышь постоянно будет идти как глиссер и давать хороший след на воде, который хорошо различает рыба. Для себя вы выберете сами, как вам лучше ее изготовить. Ну и, естественно, вы сами понимаете, для того, чтобы ее окончательно закончить, опять мы берем, разравниваем хорошо наш мех, берем клей, тот, который я вам показывал, или же тот, который я применяю. Я наношу слегка на место центральное, там, где у меня будет проходить моя пенка, так, чтобы клей хорошо, почти аж до самого основания у нас впитался. Очень-очень хорошо. И в завершение я беру теперь, промазываю по центру. Не надо всю нам пенку промазывать, а только лишь по центру. И там, где я проколол отверстие для крепления. Значит, количество клея, ребята, подбирайте сами, потому что лишний клей здесь абсолютно не нужен. Промажем хорошо у колечка. И я теперь беру пенку, слегка поддавливая к меху, ее вот так теперь одеваю.
значит, величины того места, что мы оставили, колечко, как вы видите, у нас не занято. И я уже буду здесь придерживать ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы клей подхватился, так как он гелевый. В принципе, это вам уже все понятно. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!